Всем привет, с вами Том, и сегодня у нас будет достаточно забавный ролик по книжке «Зарядка для ума». Головоломки, кроссворды, лабиринты. Печатает ее издательство «Эдмунд». Книжка достаточно новенькая. В марте 2016 ее только отпечатали. Покупала я ее в начале лета в детском мире за 39 рублей. Возможно, в книжных магазинах вы сможете найти ее чуть-чуть подешевле, потому что детский мир у нас все-таки немножко загибает цену, что называется. Кстати, оформлена достаточно приятной. Я почему хочу ее снять? Потому что, как вы знаете, я периодически покупаю различные раскраски и прочие вещи, но конкретно в этой книжке меня привлекли и кроссворды, потому что если различные раскраски — это более такая именно детская затея, то вот кроссворды мне показались интересными. Мне просто вот чисто даже интересно, смогу я решить какой-нибудь такой вот кроссворд, ориентированный на детей, потому что, как вы знаете, мне уже достаточно много лет. Как говорится, смогу ли я почти в свои 30 решить то, что должны решать дети 7, 8, 9 лет. И да, я сегодня просто хочу немножко порешать. Ну, всю книжку мы с вами решать не будем. Вы посмеетесь над тем, как я не знаю самые обычные слова, судя по всему, да? Вот. В общем, сколько сможем минут за 10 15 порешать, только и порешаем. Такой у нас немножко летний ролик, летнее задание. Да, карандашик у меня тоже с поняшкой. Это, по-моему, прошлогодняя коллекция профа с Селестией. Также у меня есть ластик от тоже поняшного набора и точилка. Но я думаю, они нам не пригодятся, хотя ластик может пригодиться. Ладно, давайте сначала пройдем вот этот вот лабиринт. Помоги дракончику Спайку добраться до его подруги Искорки. Он может идти только по звездочкам. Спайк может идти только по звездочкам. Ой, так, если я буду задевать камеру, заранее извиняюсь, потому что я сижу не очень удобно, как вы понимаете. Мне между мной и книжкой целая камера. Я заглядываю чуть сверху. Так, поехали. Старт. Так, это у нас тупик, да? Тогда не сюда, тогда сюда. Потом куда? А, вот сюда, все. Нет, нету, не сюда, не сюда. Сюда нельзя. Видите, финиш у нас написан с другой стороны. Вот и пригодился ластик. Окей, тогда вот так, так и так. Так, все, ладно, это было просто. Дальше начинается именно то, чего я боюсь, что я могу немножко затупить и не разгадать, но это будет прям такой некий челлендж. По горизонтали. Первое, северный и южный полюс. Эй, я знаю это слово. Полюс. Далее, четвертое. Кровать, застеленная простыней одеялом. Постель. Так, постель, да. Было бы прикольно, если бы тут были слова какие-нибудь более на понятную тематику, но я не знаю, что тут будет, я не смотрела, честно говоря. Пищевая кислота. Что? Пищевая кислота? Не знаю. Так, дальше. Шестое. Имя одной из пони. 5 букв. Пинки. Наверное, да. А ну-ка, 6 по вертикали. Маленькая лошадка. Пони! Пони, маленькая лошадка. Значит, пони по горизонтали — это явно Пинки. Пинки. Да, и заодно вы посмотрите на мой корявый почерк. Дальше. Красивый цветок с длинным стеблем. 8. Что? 10. Имя детской поэтессы Барто. Агния. Так ее звали? Вроде бы. Кажется так. Я же не помню. Так, маленькая... 11. Маленькая крупинка огня. Искра. Искорка, искорка. О, боже. Так, 12. Освежающий напиток. Пепси. Не знаю, 5 букв. Там, может быть, разные варианты. Так, ладно, по вертикали. Поход по улице для развлечения. Прогулка. Прогулка. Ей, даже совпало. Стулять я еще не совсем дурочка. Водный цветок, лилия. Это у нас 2, да? Слушайте, а вот и не постель получается у нас. Хотя нет. Я не поняла. Водный цветок 2. По вертикали. Лилия. Лилия, да? Ну тут Т, а не Л. Так, только А3. Три. Принцесса, управляющая стороной Эквестрии. Ну, Селестия. Тут тоже все сходится. Селестия. То есть 5. Пищевая кислота. Уксус. Уксус.
Лотос, это не лилия, это лотос, вон оно что, лотос, прям как поняшка из спа-салона. Маленькая, так, любимая детская забава, 7 по вертикали, игра, ну тут одна буква осталась. Окей, дальше, если вам кажется, что книжка или руки трясутся, то это неправда, они могут трястись, потому что я сижу просто очень неудобно. Так, 8 прямоугольный кусок бумаги. Чё? Не знаю. 9 большая коробка. Большая коробка. 4 буквы. Большая коробка, 4 буквы. Сундук, короб. Не знаю, чемодан. Бокс. 12 освежающий напиток. 6. Так, вот этот уголок я, короче, что-то затупила. Значит, 8 по горизонтали. Красивый цветок с длинным стеблем. Одна буква И. Прямоугольный кусок бумаги лист. Это я, кажется, догнала лист. Дальше, 8. Красивый цветок с длинным стеблем. Лиана. Ну, это как-то странно. Все, короче, я сдаюсь, я не знаю. Прямоугольный кусок бумаги, ну, мне кроме слова лист на 4 буквы ничего в голову не приходит. Дальше красивый цветок на 5 букв, опять-таки лилия. Нет, ну, в принципе, у лилии длинный стебель. Он под водой, правда, находится. Я, большая коробка. А, ящик, господи, это ящик. Ух ты, я такое слово в жизни не придумала. Ну тогда лилия, да, красивый цветок длинным стеблем. И 12 освежающий напиток. На Т начинается, на К заканчивается. Я не знаю освежающего напитка, который начинается на Т, заканчивается на К, имеет 5 букв. Кроме слова тархун, мне вообще на букву Т никакие напитки не вспоминаются. Ну, в общем, если вы знаете, что это за слово, можете мне потом написать в комментариях. Ну вот, да, мы почти разгадали первый кроссворд, но все равно я не смогла отгадать одну букву, а вот с этим квадратом у меня еще возникли существенные затруднения. Да, такая вот детская книжка. Вставьте в пропуски нужные буквы, чтобы прочитать слово подсказка. Пони Пинки Пай всегда можно найти в этом месте. Кондитерская. Кондитерская. Окей. А пони Флаттершай любит кружиться и летать вместе с бабочками. Сосчитай всех бабочек на этом рисунке. О боже! Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? А 3 на метке еще считать или нет? Ладно, 10. Плюс 3, теоретически. Помоги Флаттершай сосчитать кроликов. Ответ напиши внизу. Почему у нас Флаттершай все время что-то считает? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 11 кроликов. Расшифрую слово, которое можно написать пони радугу. Скорость. Скорость, полет. Храбрость. Ну, возможно, для детей эти будут немножко сложноваты, анаграммы, не знаю, но для взрослого мозга это уже не проблема. Когда мы видим просто сочетание букв, мы уже с вами подставляем нужное слово. Ей еще один кроссвордик, вот это мне интересно. Так, по горизонтали. Первое. Ограда. Забор. Да, так, 4. Капли воды, оседающие по утрам на траве. Роса. Пятое. Короткий видеофильм на музыку. Клип. Растение с белым цветком и одним широким листом. Опять лилия? Вы кроме лилии ничего не знаете? Ну-ка, Б по вертикали. Место, где раньше жила искорка. Библиотека. Да? Вроде лазит. Так. Библиотека. А потом Тирек сломал библиотеку. Так, 7 растений с большим белым цветком. Так, а первое... Знак отличия, символ, говорящий о таланте и характере пони. Ну, знак.
Знак. А, так, отлично. Цветок у нас в России вовсе не лилия. Так, а третье. Так, широкий водный поток. Река. Река. И, соответственно, у нас получается растение с белым цветком и одним широким листом. На КЛА. На КЛА. Я не знаю. Кактус не подходит. Я не знаю. Если я потом, если что-нибудь вспомню, скажу, но я не знаю такого растения, или мне могу просто представить. Единорог из Панивилля. Рарити. Не знаю, как тут правильно написать, но слава богу, тут эта буква ни к чему не относится. Напишем через Рарити. Вообще, она, наверное, рарити в данном случае. Ну, книжка-то детская. 8. А вторая нота музыкальной гаммы. Ре. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Так, 12. Инструмент для шитья. Инкла. Ей. Так, теплая лента, надеваемая на шею. Шар. Тут не подходит, это 10-е, вот это длинное. Ладно, давайте что-нибудь другое посмотрим. 14. По горизонтали. Короткая законченная мысль. Фраза. Так. 13. Индийская система гимнастики, в которой требуется принимать определенные позы. Йога. О чем бы вы сейчас не подумали, это йога. Так, 6 по вертикали. Открытая лужайка в лесу. Поляна. Этим словом называется не только такая лужайка, но тем не менее. Так, 11 по вертикали. Сладкий плод, похожий на яблоко. Айва? Что-то такое. Ну, вот тут айва, ойва. Как оно пишется, я не знаю. 10. Теплая лента, одеваем на шею. А, это, господи, я просто горизонталь вертикаль. Вот он, шарф. Шарф. А по горизонтали 10 забавный рассказ. Шутка. Шутка. Ну да, айва получается. Также она называется айва. Я могу плохо помнить. И 9. Вязкое вещество, остающееся на дне озер и рек. Ил. Так, и тут у меня даже одно слово, я не знаю. Я не знаю, всем по горизонтали. Растение с белым цветком и одним широким листом. На К начинается, на А заканчивается в серединке Л. Я не знаю, что это такое. Если вы знаете, можете написать в комментариях, потому что я пас. Я не знаю такого растения или не могу просто представить, что это. Соедини точки в алфавитном порядке, а потом раскрась рисунок, что у тебя получилось. О боже, так. Б, В, Г, Д, Е, Ё, так, ну, Ж, З, и кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Д. Да. Короче, тут без вариантов. Получилось кольцо, это кольцо, да. Почему-то, мне кажется... Г, Д, Е, А, Ё. Что-то я сразу Ё пошла. Вот тут не так. Даже алфавит не могу сделать. Вот так. Это колечко, 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 кольцо. Да. В Рерити, похоже, по-моему, колечко было. Помоги принцессе Селесте доделать сначала... долететь сначала до солнца, а потом до луны. Сначала до солнца, а потом до луны. Ух ты. Ёлки-палки. Так, до солнца с этой стороны, да? Так. Пардон, сюда. А так можно, интересно, вообще делать, как я делаю? Или нет? Ну, тут без вариантов. Так, допустим. А здесь... Ой. Короче, я на вытянутой руке это делаю, поэтому немножко коряво, извиняйте. Боже. Боже, это как-то так, значит, такая была.
Искорка рисует своего друга для портрета Спайка. Два портрета Спайка вышли одинаковыми, найди их, отметь галочкой. Так. О боже. Короче, вот этот и вот этот. Потому что на этом у нас нету полосочек на пузе, а тут у нас нету этих самых иголочек на спине, шипов. Так, соедини линии, знаки отличия каждой пони с ее именем. Принцесса Селести, это у нас, соответственно, солнышко, бабочки, это у нас Флоттершай, и радуга, это у нас радуга. Ладно, давайте последний сканл разгадаем, это будет почти середина книжки у нас. Крестики-нолики. Боже, тут еще крестики-нолики можно играть. Ладно, это уже явно не одному надо делать, но тут, тем не менее, об этом нарисовано и рассказано. Пары одинаковых пони найти. Ладно, давайте остановимся на последнем сканворде. Я думаю, вам книжка будет понятна, и надо мной вы уже достаточно много посмеялись. Быстрый бег пони. Галоп. Галоп. Ткань с переливчатым узором. Тюль. Не знаю, 4 по вертикали. Небольшая бабочка. Вообще, небольшая бабочка – это мотылек. Так, 14, допустим, по горизонтали. Новозеландская нелетающая птица, также зеленый фрукт. Киви. Ну, тогда мотылек, да. Мотылек. Тогда ткань, 4 буквы с переливчатым узором. Без понятия. А, приморда измерения температуры. Градусник. Градусник. Ткань. Еще раз. 4. Ткань с переливчатым узором. На М начинается, на R заканчивается. Я не знаю такой ткани с переливчатым узором. Без понятия. 8. Работа. Труд. 10. Единицы измерения освещенности. Еще раз. 10. Единицы измерения освещенности. На L начинается, на L заканчивается. Не знаю. Я правда не знаю. Мне кажется, я знаю это слово, но люкс какой-нибудь, я не знаю, что это. Так, 12 по горизонтали. Касание причала бортом при неудобном маневре судна. Чё? Касание причала бортом при неудачном маневре судна. Вы серьезно? 13 по вертикали. А прибор для взвешивания, весы. Что в детском сканворде касание судна при неудачном маневре? 3 по вертикали. Город, в котором живут Рарити, Эппл Джек и другие пони. Понивиль. Ей, тут есть понятные тоже термины. 5 по горизонтали. Вытянутый кружок. Овал. Так, 9 по горизонтали. Сушеный виноград, изюм. Вот такие слова я знаю, а то касание борта, что за бред. В русских сказках и царевич, и дурак Иван. О, Иван. Так, 6. Опять освежающий напиток, лимонад. А что там освежающий запиток лимонад был за это самое? Все-таки я не знаю, если вы знаете, напишите. 15 по горизонтали, титул кентавра Тирика. Лорд. Титул кентавра Тирика. Это так забавно. Лорд. Так, 16 по горизонтали, инструмент художника, кисть. 10 по горизонтали, так. Ага, в общем, 12 горизонтали, касание.
ближе к середине книжки сканворды стали слишком сложные для меня. Так, первый по вертикали пучок волос. Пучок волос из четырех букв. Пучок волос из четырех букв. Пучок волос из четырех букв. Я не знаю. Я правда не знаю. Хвост, прядь. Но тут ни хвост, ни прядь не подходит. Тут уж тут галоп. Короче, я не знаю. Давайте, тут вот с этим сканвордом что-то вообще печально. Можете мне в комментариях написать, какая я дурочка. Значит, по вертикали. Пучок волос из четырех букв, вторая из них L, точно, без понятия, что это. Дальше, 7 по горизонтали. Веревочная петля с короткой... А. Что? Лассо. Тогда не ладу... Не, ну лассо вообще сюда не подходит. Смотрите, 7 веревочная петля, с которой отлично умеет обращаться Applejack. Это лассо, да? Но оно сюда... подходит по количеству букв, но вообще не подходит по количеству, ну, по уже поставленным буквам, потому что, ну, тут две совпали, и градусник, и поневиль, да, то есть, ну, в смысле, два слова с другими словами отлично себе совпали, поэтому тут однозначно градусник и поневиль, и лассо не влазит. Может, это какой-то еще веревочная петля? Я не знаю, что это имелось в виду, может быть, они о чем-то думали, но не то подставили. А, дальше, четвертое. Так, ткань с переливчатым узором. Я не знаю такой ткани на М из четырех букв, честно. Десятое. Единица измерения освещенности. Мальчики, напишите, пожалуйста. Наверняка вы знаете, что это, но я просто не могу сообразить. Двенадцатое. По горизонтали касание причала портом при неудачном маневре судна. Это вообще что-то для меня как какая-то азбука Морзе звучит, извините. Вот это вот ИВЛ. Я не знаю, что это. В общем, мальчики, вся надежда на вас. Это явно какие-то не девчачьи вопросы. В общем, такая вот книжка. Я думаю, вы достаточно давно посмеялись. Больше мы не будем разгадывать эти сканворды. И дальше, да, вот сладкое яблоко. Когда-то в магазине увидела, мне стало плохо. Другие еще сканвордики всякие есть. Давайте вам просто пролистаю. Ну, в общем, такая типичная книжка. Я видела различные такие вещи. В «Читай-городе» опять же есть. Другие всякие блокнотики с заданиями. Но конкретно, еще раз говорю, это меня привлекало именно тем, что здесь есть кроссворды, которые интересно будет разгадать. И... О, тут есть ответы! Боже! Тут есть ответы! Так, ну ладно, тогда вопрос отменяется. Тогда сейчас я все уточню сама. Я не знала, что там есть ответы. Но если вы написали, вы молодцы все равно. Вы умнее, чем я. 12-й итак. Первый кроссворд. Тоник. 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 Вот тоник. Боже, освежающий напиток тоник. У меня только один освежающий напиток. Это джин-тоник. Он алкогольный, он не может быть размещен в детской книжке. Тоник, боже. Вы бы могли такое слово придумать в детской книжке? Я? Нет. Дальше, что у нас тут? Тут у нас было 7-е. 7-е. Калла. Калла. Это у нас растение с белым цветком и одним широким листом. Калла. Первый раз такое слышу. Боже. Калла. Я не знаю. Коала какая-то. Кто так составляет? Вот сейчас мы много новых слов узнаем, в частности. Так, поехали. Так. Угу. Галоп. Муар. Ткань с переливчатым узором. Муар. Я не знаю такого слова. Вообще первый раз слышу. Муар. Муар знаю. Муар первый раз слышу. Аркан. Аркан. Не лассо. Аркан. О боже. Я в жизни не догадалась. Десятый. Люкс. Да, я была права. Люкс. Я говорю, я что-то вот где-то слышала, в чем измеряется, но да, ну окей. Прядь волос, клок. Ну да, можно сказать, но опять-таки я бы очень долго додумывалась. И самое главное, 12-е. Навал. Навал. Вот это навал, это... да, это, кстати, не и, это N. Господи, я сама пишу. Навал. Навал – это дети. Касание причала бортом. При неудачном маневре судна. Касание причала бортом при неудачном маневре судна – это навал. Ёлки!
Короче, пока у меня не началась истерика, я думаю, пора заканчивать данный ролик. Надеюсь, вам были интересны эти сканвордики, кроссвордики, что ж я их все сканвордиками-то называю. Ведь такие книжки продаются в обычных книжных магазинах, так что тоже можете их себе купить и, так сказать, проверить ваши знания, насколько вы в свои сколько-то там лет можете разгадывать детские кроссворды. Надеюсь, этот ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. С вами была Тома. Пока!